Необычное интервью с канцлером Германии Ангелой Меркель за один день посмотрели на YouTube более 1 000 000 человек. 4 немецких видеоблогера по 10 минут задавали вопросы главе правительства. Травля и ненависть в соцсетях – важная тема для молодежи. Ангела Меркель сама не раз сталкивалась с агрессивными комментариями в интернете. Как реагировать на ненавистнические комментарии в интернете? Честно говоря, я считаю, что ненавистнические комментарии, разжигание вражды – это всегда признак неспособности аргументировать свою позицию. В следующем вопросе речь идет о твиттере Дональда Трампа. Когда вы читаете его твиты, думаете ли вы что-то вроде «Боже, этот Дональд, что он там снова опубликовал? Порываетесь ли вы сразу позвонить президенту США?» Если необходимо, то мы, конечно, разговариваем по телефону. В остальном же я, как канцлер Германии, представляю интересы своей страны. И я даю ему это очень четко понять. Это приводит к тому, что иногда наши мнения на разные темы совпадают, а иногда нет. Есть ли у вас любимые эмодзи? No way. Смайлик. Если подходит по ситуации, то еще маленькое сердечко. На выборах в Бундестаг 24 сентября смогут проголосовать впервые в своей жизни около 3 000 000 молодых граждан Германии.